Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировчанам напоминают о штрафах за неуплату налогов. Это 20% от суммы, которая не будет уплачена вовремя. При этом тот факт, что налогоплательщик не получил уведомления и расчет налога не будет принят во внимание. Если документы не пришли по почте, необходимо обратиться в налоговый орган. Заплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. В общей сложности кировчане за прошлый год должны 1,5 миллиарда рублей. На начало ноября собрана треть суммы. В Кирове собираемость еще меньше, только четверть начисленной суммы. Программа «Экономика». 3000 юрлиц исключат из госреестра. В прошлом году из единого реестра регистрации юридических лиц исключили 5000 фирм-однодневок или фиктивных организаций, сообщили в налоговой службе. По ее данным, на начало октября в реестр было внесено более 7000 записей о недостоверности сведений в отношении, в том числе, прекративших деятельность юридических лиц. По непрекратившим деятельность организаций 4000 записей касаются недостоверности адреса, 1000 – недостоверности сведений о руководителе и 780 записей о недостоверности сведений об учредителе. В стадии проверки сейчас еще более 1000 сведений. Экономика. Начальника строительной компании наказали за растрату чужих денег. Зуевский суд вынес приговор по делу директора компании «Спецкапстрой» Константина Казакова. Заявителем выступила «Газпром Межрегионгаз Киров». Фирма Казакова арендовала котельную и накопила долгов на 10 миллионов рублей. При этом от граждан платежи за пользование услугами котельной организация получала исправно. Казаков же тратил эти деньги на личные нужды и на второстепенные хозяйственные цели своей компании. Таким образом, было потрачено более миллиона рублей, сообщили в «Газпром Межрегионгазе». Подсудимый признал вину и раскаялся. Его наказали исправительными работами на год и 10 месяцев. 15% зарплаты будет удерживаться в доход государства. Кроме того, с Казакова взыскано в пользу «Газпром Межрегионгаз Киров» более 1 000 000 рублей в счет возмещения материального вреда. В завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 59 рублей 28 копеек. Курс евро 68,98. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.